особого волнения, наверное, уже нет. Потому что, вот как Наталья Александровна рассказала, их готовят тщательно и уже много лет подряд. Для них эта процедура не является какой-то вот такой вот из ряда вон выходящей, она стандартная. Больше, наверное, волнуемся мы, родители. Потому что действительно затрачено уже очень много сил и времени на подготовку ко всем к этим экзаменам. Это и занятия, это и репетиторы, это и дополнительные задания. Ну и естественно, что ребенок тоже переживает, ну по-своему уже переживает. У него, наверное, какие-то такие вот есть точечные моменты, на что он обращает внимание. А мама-то, она волнуется в общем, вообще за его общее состояние. Вот сегодня пошел, спрашиваю, как ты, спокоен ли? Веришь ли в свои силы? Сказала, успокойся, все хорошо. У него такой, я бы сказала, наверное, аналитический склад ума, поэтому он вот, ну как-то вот анализирует вот эту ситуацию и, наверное, более глубже даже, чем мы с отцом. Вот он знает то, что у него где пробелы. И он может это четко сформулировать. Я считаю, что это положительный момент. Даже вот когда он пришел к репетитору, то она мне сама потом сказала, что он четко озадачил, что ему нужно. К такой процедуре мы детей готовим заранее. В каждой школе, в том числе и в нашем, существует система внутришкольного тестирования. Она уже отработана. Это мы начинаем погружать ребят вот в такую процедуру, уже начиная с 8 класса. В зависимости от того, какой возраст детей, соответственно, частота этих экзаменов меняется. Ну, скажем, для 11-классников у нас такое внутришкольное тестирование по каждому предмету, который выбрал ученик, проходит. Проходит трижды в сентябре, в декабре, в феврале. Это внутришкольное тестирование. Вот сейчас у них есть возможность региональной оценки качества знаний. То есть это вот четвертый проба, так сказать, их возможностей. Соответственно, когда подойдет время уже к маю месяцу, у них будет уже накоплен опыт вот по процедуре сдачи экзамена. И, в общем-то, все ошибки, которые будут на экзаменах вот в этой части, они, конечно, будут уже доработаны. Региональную оценку в этом году мы пишем на своих пунктах, но максимально приближаем ее к той атмосфере, которая на итоговой аттестации ждет каждого выпускника. Вся процедура выдержана по инструкции, все в полном объеме, так, чтобы у детей была возможность прочувствовать временные рамки экзамена, атмосферу самого экзамена, ну и посмотреть, какие материалы, возможно, им встретятся на итоговой аттестации вот в реальном времени июня-мая месяца. Сегодня мы проводим региональную оценку качества образования. Это тот экзамен, тренировочный экзамен, который проводится на уровне региона, а вот завтра мы будем проводить апробацию ЕГЭ. Эта процедура запущена на федеральном уровне. Завтра у нас будет полностью соблюдена вся процедура по печати экзаменационных материалов в аудитории, по сканированию, передачу этих материалов в РЦОИ. Поэтому завтра такая вот генеральная репетиция экзаменов в 11 классе. Thank you.